Эта сцена из фильма «Судьба человека» никого не может оставить равнодушным. В ней вся боль утрат военного времени, великодушие простого человека и одновременно счастье, как два одиноких человека находят друг друга. По инициативе партии «Единая Россия» в Давыдове решено сделать граффити, где главные персонажи – мальчик Ванька и шофер Андрей Соколов. Авторы работы уже знакомые в нашем округе Сергей Салин и Илья Демченко, которые рисовали на стенах в Ликино-Дулеве, Орехово-Зуеве, Дрезне и Куровском.